Нашему региону выпала честь принимать в 2013 году первую в истории России национальную эстафету Олимпийского огня «Сочи-2014». Об этом журналистам 15 октября рассказали заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Константин Подбельский и первый заместитель министра культуры Омской области Иван Шейн. Эстафета Олимпийского огня стартует 7 октября 2013 года в Москве и обещает стать самой масштабной, самой протяженной, более 65 тысяч километров, и самой долгой 123 дня за всю историю Олимпийских игр. Огонь побывает на самой высокой горе Европы, на горе Эльбрус. Огонь посетит Северный полюс, опустится на дно озера Байкал. Олимпийский огонь даже побывает в космосе, это отдельная тема. Даже вот такие предусмотрены действия с Олимпийским огнем. И, конечно, все это позволяет говорить об уникальности этого проекта. В наш регион символ зимней Олимпиады прибудет 9 декабря 2013 года сначала в Калачинск, потом переместится в Омск и после церемонии в областном центре через Называевск покинет Омскую область. А мечей ждет большое культурное и спортивное зрелище. Пока организаторы не раскрывают всех карт. Известно только, что в областном центре сразу на нескольких площадках развернутся празднования. Это 5 округов Омска по количеству олимпийских колец и Соборная площадь. 5 остановок и 5 мини-событий тоже уже определены в городе Омске. Ну а на Соборной площади мы постарались сделать чисто свой подход. Будут еще какие-то доработки. Но основная идея нам понятна. Мы уже видим, как это может получиться. Поэтому будет, на наш взгляд, очень необычно и в то же время то, что нам удастся сделать, это будет работать вплоть до начала Олимпийских игр в Сочи. По словам Константина Подбельского, благодаря Олимпийскому огню область окажется в центре внимания всей страны. И у нас появится шанс продемонстрировать жителям России достояние нашего региона, культурные традиции и традиции гостеприимства.